Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Я извиняюсь, что вы сейчас видите. Я просто пытаюсь... Здравствуйте, дорогие друзья. Извините, что у нас какой-то перерыв. То ли у нас меняют, сказали мне, линию интернетную. Сейчас мы продолжим. И, к сожалению, почему-то я не могу подключить тему теперь. Ладненько, Бог с ним. Здравствуйте еще раз. Значит, сейчас как раз наш гость, доктор Медведев, присоединяется. Вот, уже пошел сигнал. Прошу прощения за перерыв. Это у нас какие-то неполадки, как всегда, с интернетом, когда нужно, начинает ломаться, когда... Так, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина Петровна. Да, здравствуйте. Я вас слышу, пока что не вижу. Я вот просто думаю, не перейти ли мне в другое место, потому что не знаю, где не работает интернет у меня или, скажем, у вас. Сейчас вижу очень хорошо видео и звук очень хорошо видно ваше. Да, серьезно, потому что я вас не вижу, но звук очень хорошо слышу. О, теперь увидела. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Я хочу еще раз вас представить, потому что так получилось как-то, что я начала представлять, и тут пропала связь. Я надеюсь, что на этот раз уже не пропадет. Я знаю доктора Медведева уже, мы знаем друг друга не первый год, я думаю, уже более 10 лет, еще, наверное, существование или появление Лікар.Інфо, да, этого форума украинских врачей. И мы с вами периодически общаемся, и я слежу за вашими постами, за вашими публикациями гинеколога УКР, УКР, да, то есть, и, значит, доктор Медведев, врач-акушер-гинеколог с Днепра. Я дам вам слово рассказать о себе больше, чтобы я не упустила самых важных моментов ваших должностей, титулов и достижений. Поэтому вам слово. Представьтесь, пожалуйста, моим, потому что я-то вас знаю. Да, спасибо. Спасибо большое. Но я думаю, что титулы, они играют, ну, наверное, не самую главную роль. Я хочу рассказать, как я с вами познакомился, потому что, может быть, вы не знаете. Я в студенческие годы очень сильно увлекался гинекологией практически с самого начала, с третьего курса. И так получилось, что я попал в США на 4 месяца. Вот, выиграл fellowship и по обмену студентом поехал в США. И, естественно, там прошел программу несколько раз. Два раза студенты разные со мной прошли курс акушерской гинекологии, я с ними дважды прошел. В госпитале жил, в общем-то, и, естественно, читал много книг американских. А потом приезжаю к себе на родину, да, и смотрю, эрозии прижигают, там, какие-то вещи непонятные, какие-то схемы лечения трихомонад, там, по 10 антибиотиков, полипрагматики. Уреоплазму по 10 раз, да, лечили, я помню. Да, то есть и так далее, и так далее. И я смотрю, раз, и на русском языке какая-то статья попалась такая, ну, то, что я в Америке научился, да, и это были вы. По сути, я вас знаю, получается, где-то с 2001 года. Да, вот. Как я только тогда, я начала, был блог сначала. Да, угу. Я понял, что есть еще люди, которые тоже так же точно думают, как и я, и это, конечно, мне значительно помогло, в общем-то, в дальнейших этапах. Вот. Ну, да. А сегодняшняя тема, почему такая, ну, вот, я много занимаюсь именно оперативной гинекологией, и я подумал, что, может быть, это будет интересно людям послушать. Да, конечно. Я, к сожалению, почему-то сейчас не могу прикрепить тему. Первый раз удалось. Тема у нас лапароскопия, оперативная гинекология практически, да. И когда мы будем обсуждать, когда действительно нужно это делать, когда не нужно. И все, кто присоединяется, еще раз говорю, у нас в гостях доктор Медведев из Днепра. Михаил Владимирович, поэтому всех-всех-всех приветствую. И мы ответим на ваши вопросы. Сначала мы обсудим несколько таких важных моментов на тему, вот, ну, конечно, лапароскопии в первую очередь, или в целом мы можем, ну, как бы дать понять, какие есть оперативные вмешательства. И самое интересное, что когда вчера я просматривала публикации по лапароскопии, я была удивлена, что первый цистоскоп,
потому что скоп это основа. То есть был еще в 1801 году, и это было, значит, обследование мочевого пузыря у собаки. Тут рядом собака возле меня лежала, я так это мужу рассказываю, она меня так посмотрела, не пережила. И практически у людей, то есть лапароскопия на самом деле старый метод, но он не был на таком хорошем уровне развит, как это случилось в конце 90-х годов. И впервые у людей начали использовать в 1901 году. Вот впервые, потом, значит, много было критики. И самое интересное, что считается, что с 1988 года это какой-то переломный момент, когда почти 80, может даже больше лапароскопии делается именно в гинекологии. То есть это считается теперь больше гинекологической процедурой, чем этим пользуются, скажем, другие врачи и, ну, другие специальности. То есть так вот несколько слов. Я права, да? Да, абсолютно. Вот, и сегодня мы просто поговорим, я хочу, чтобы вы как специалист, ну, рассказали в первую очередь, ну, так, объяснили, что такое лапароскопия, ну, как бы в нескольких словах, потому что далеко не все понимают различия между лапаротомией и лапароскопией, хотя для нас, врачей, это вполне понятно. Да, спасибо большое. Ну, я хочу сказать, что в целом вся хирургия делится на ургентную и плановую, и, естественно, показания и причины, почему мы делаем те или иные операции, они несколько отличаются при ургентных ситуациях и при плановых. Мы сегодня будем больше говорить о плановой хирургии, но, в принципе, если будут вопросы, я с радостью отвечу и про ургентную. Гинекология, она специальность уникальная тем, что, да, действительно, гинекологи, они были пионерами лапароскопии и сейчас занимают лидирующие позиции, хотя подтянулись и урологи, и общие хирурги, и даже эндокринные хирурги, там и надпочечники оперируют, и даже сосудистые хирурги начали лапароскопически. А вот в США, например, очень распространена роботическая хирургия, да Винчи. Роботическая, да. Вот мы как раз поговорим о ней тоже чуть позже, потому что многие боятся роботов, да, то есть доверяют человеку больше. Мы должны потом немножко эту тему раскрыть. Обязательно, да. По поводу лапароскопии. Значит, в целом вся хирургия делится еще на две большие группы. То есть это открытая, да, open surgery, лапаротомия, большие разрезы, вот, и малоинвазивная хирургия. В гинекологии у нас много малоинвазивной хирургии. Это и лапароскопия, когда в живот есть доступ обычно, через пупок вводится оптическая система. Вот как раз то, что вы сказали, 88 год, это было связано с тем, что камеры, эндоскопы спрогрессировали. Да. Джон Хопкинс разработал свою систему линз, и она позволила качественное изображение. То есть для нас это, ну, это наши глаза, камера и осветитель, поэтому чем лучше мы видим, тем лучше мы можем оперировать. В гинекологии это еще и гистероскопия, тоже это огромный раздел сейчас. В принципе, да. Многие говорят, сейчас вот есть там Global Congress of Gastroscopy, и как бы один из лозунгов этого конгресса, что гистероскоп – это стетоскоп современного гинеколога. То есть это уже, даже если лапароскопия, да, это не одного дня, сегодня сделали, завтра выписались. Мы сейчас так же точно работаем, в принципе, как и в Штатах. У нас в частных клиниках, в общем-то, нету таких вот пролонгированных каких-то госпитализаций. Мы используем те же самые протоколы, которые сейчас есть. То гистероскопия – это хирургия одного часа. То есть человек пришел, он попил чай, потом и ушел. То есть еще менее инвазивно. А вы знаете, у нас гистероскопии даже проводят в онкологии. Да, мы тоже в онкологии проводим. Я хотела сказать… Да. У нас, я хотела добавить, наверное, я сейчас я пересяду в другое место, потому что сомневаюсь, что здесь есть хороший звук. Ну, имею в виду перерывает. Сейчас, минуточку. Я хотела сказать, что в онкологии сейчас во многих онкологических наших учреждениях проводят гистероскопии тоже одного дня, даже при раке матки, например, когда... Или даже лапароскопию одного дня, то есть довольно часто, да? Я думаю, здесь немножко лучше будет как бы звук. Вот, и что я хотела сказать по плане вот как раз лапароскопии. Многие не знают, что есть различные виды входа в брюшную полость через различные точки. И меня часто спрашивают,
сколько будет разрезов сделано, вот, то есть сколько будет, ну, входов и насколько они будут большими. Вот как специалист расскажите несколько слов о разных видах входов при, значит, лапароскопии. Спасибо. Действительно, разные варианты есть, но обычно первый вход у нас, если у женщины не было срединных разрезов, нету каких-то подозрений на серьезный спаечный процесс, мы входим через пупок. Первый вход, то, что мы называем рот, да, хирургия, через естественное отверстие. Кстати, гинекология тоже незаслуженно, ну, мало в некоторых странах, например, или в некоторых больницах оперируют вагинальных операций, хотя вагинальный пупок, он является тоже НОЦ, и, в принципе, это идеальный доступ для той же гистерэктомии, для удаления матки. При лапароскопии мы используем обычно первый прокол делается в пупке. Обычно он делается 10-миллиметровый, потому что просто нету смысла делать меньше из-за того, что 10-миллиметровая оптика, она более долговечная, она лучше видна там и так далее. Поэтому 10-миллиметровый это не будет косметически проблемно, если это сделать корректно. Дальше делается 2 или 3 разреза внизу живота обычно. Обычно на линии, которая соединяет вот передние верхние ости, это линия, где штаны примерно у женщин проходят немножко выше или ниже этой линии. Делаются разрезы около 5 мм. Есть сейчас подходы, которые позволяют 3-миллиметровые микролапароскопии, 3-миллиметровые порты, так называемые, использовать. Но по моим наблюдениям и по данным литературы, опять же, сейчас большие вопросы с доказательной медициной. Если по препаратам двойной слепой рандомизированное исследование провести относительно, да, это дорого, но можно качественно, то с хирургией рандомизировать, оперировать или не оперировать, очень сложно. Хирургия сама плацебо-эффектом большим обладает, поэтому в хирургии немножко мы отстаем от терапевтической части в плане доказательной медицины. Поэтому многие вещи, они все-таки из опыта приходят, и как бы не хотелось объективизировать эти вещи, все равно остается поле вот такое вот, личное мнение хирурга. Поэтому я прошу прощения, я буду оперировать этими вещами иногда, но стараться буду ссылаться, конечно, на данные литературы. 5 мм всегда хуже, чем 10, поэтому в большинстве случаев мы делаем 5-миллиметровые разрезы вне пупка. В некоторых случаях мы делаем их больше, когда нужно, например, какую-то опухоль извлечь. Однако последние годы из-за того, что, опять же, в диетах по марцеляции были вопросы вот при удалении узлов миомектомии, мы стараемся не использовать power marcellation, то, что называется, и мы стараемся извлекать, опять же, через влагалище. Делается кольпотомия, извлекается макропрепарат, и все ушивается. То есть таким образом у женщины остается 5-миллиметровые разрезы. Касается сколько разрезов. Вот старая школа, вот, ну, советская, не советская, наверное, ранее 90-х годов, вот те, кто начинали хирурги у нас лапароскопией заниматься, очень часто делали только лишь 2 отверстия дополнительных и работали правой рукой. То есть правой рукой работает ассистент и правой рукой работает хирург. Мы их называем однорукие бандиты. Почему мы их так называем? Потому что человек двумя руками гораздо лучше оперирует и синхронизирует свои действия, поэтому школа вот европейская, французская, мы делаем 3 все-таки порта, один порт ассистент держит и двумя хирург оперирует, поэтому не бойтесь, я обращаюсь к потенциальным пациентам, если вы будете обращаться к докторам, если вам предложат 3 отверстия для инструментов, это иногда залог того, что внутри будет сделано гораздо лучше. Мне кажется, что большинство врачей даже не объясняют так детально, как объясняете вы, потому что я знаю, что в основном это приходит, подписывает согласие на лапароскопию, и дальше практически их не интересуют эти моменты. Хотя они должны обсуждаться, потому что вопросы возникают всегда после, и особенно в случаях осложнений. Это очень важные детали. Я согласна, что я рада, что вы подняли вот эти, ну, как бы такие мелочи, как говорится, лапароскопии, на которые все-таки должны обращать внимание пациенты, потому что 3 дырочки – это не одна дырочка. Вот. Опять у нас со связи что-то. Вы меня слышите или нет? Внимание. Так, опять у нас со связью.
Так, вы меня слышите или нет? Пожалуйста, дайте знать. Опять со связью, да. Извините, ну вот то ли это, я не знаю, опять перегружен интернет, то ли у нас говорят, что нас якобы меняют все эти теперь интернетные системы, поэтому я уже начинаю сомневаться, что где. Но мы продолжим по мере, как говорится, через тернии к звездам, да? А вот, теперь мы оставим как бы в стороне острые показания, мы ответим на ряд вопросов, кто присоединился сейчас, говорю, что мы говорим о лапароскопии в гинекологии. А, значит, мы отставим в стороне острые показания, типа внематочная беременность, апоплексия, там, острая боль и прочее, да? Мы поговорим именно о плановых, потому что все-таки большинство и количество женщин идет в плановом потоке. Давайте мы обсудим показания, ну, которые, ну, когда мы проводим плановую лапароскопию, основные показания для лапароскопии. Спасибо. Если говорить о всех операциях в гинекологии, вот мы кесарево сечение ставим за скобками, потому что лапароскопически пока никто еще не сделал. Я уверен, что лапароскопически это нет, не будет. Нет, никто. То если взять всю гинекологию, то примерно 90% всех операций можно сделать лапароскопически либо через влагалище. В руках фанатов эта цифра может даже больше быть. То есть, по сути, лапаротомия – это операция, которая делается либо ургентно, либо когда оборудование вышло из строя, либо когда после кесарева возникло кровотечение, нам нужно удалить матку там, или сделать какие-то хирургические этапы и уже живот открыть. Поэтому практически вся хирургия, я уже даже не говорю, то есть современная оперативная гинекология – это уже лапароскопия, это уже гистероскопия, это уже вагинальная хирургия и совсем немножко лапаротомия. Основные показания. Маточное кровотечение, когда нам нужно убрать причину органическую. Классификация есть Palm-Coin, я не знаю, рассказывали вы своим уже зрителям. Эту классификацию, я знаю, что в Канаде она очень популярная. Мы, в принципе, с Канады. Мальком Монро, он сам, по-моему, канадец, тот, который фиго эту классификацию разработал. И мы, кстати, работаем по ней, я просто часы. Например, миома матки, да, либо аденомиоз, либо все-таки сочетание этих патологий. Мы медикаментозное лечение, естественно, использовали. Мы могли использовать какие-то минимальные инвазивные вещи, такие как эмболизация маточных артерий, да, тоже мы это часть оперативной гинекологии такая вот обособленная. Вот. И все-таки настал момент, когда нам нужно убрать миоматозный узел, удалить, либо все-таки матку удалить. И вот тогда мы делаем лапароскопические гистероктомии, либо удаление узла миомоктомию, кисты яичника, естественно, не функциональные, а кисты, которые относятся к органическим, тоже оперируются лапароскопическим путем. Это в основном дермоидные кисты, это цистоденомы. Различные кисты, которые имеют определенный риск онкологического заболевания, да, мы оцениваем эти риски и совместно с пациенткой принимаем решение, все-таки оперировать или нет. Это не всегда простое и не всегда это быстрое решение. Иногда женщине надо и подумать месяц, прежде чем на это решиться. Но в ряде случаев действительно это целесообразно. Не каждая киста показания к лапароскопии, даже эндометриоидные кисты мы далеко не всегда оперируем. Иногда делаем склеротерапию, иногда медикаментозное лечение. Много сейчас лапароскопии делается по поводу опущений, пролапсы, то есть лапароскопические варианты. Очень хорошие есть операции, промонтофиксация, пектопиксия, которые направлены на сохранение репродуктивных органов и восстановление связочного аппарата, фасциально-лигаментарного аппарата, как мы говорим. То есть, фактически лапароскопия, она, ее применение стало расширенным, то есть если раньше использовали очень ограничено. Сейчас благодаря тому, что при лапароскопии можно многое сделать. И я напомню, что это не только лечебная процедура, это и диагностическая процедура. Поэтому параллельно с диагностикой мы, например, можем проводить сразу же лечение, например, при спаечных процессах, при каких-то образованиях яичниках. Потому что то, что мы видим на УЗИ, это одно, то, что мы видим лапароскопически, это другое. И, конечно же, чрезвычайно важно получить образцы ткани для гистологического исследования, чтобы в дальнейшем понять, что за диагноз, или подтвердить
существующий диагноз. Вот. И у меня просто несколько с вопросов в плане, и мы, ну, мы ответим, конечно, на все вопросы, которые здесь поступают. Напомню, мы говорим о лапароскопии, потому что люди присоединяются, просто не смогла присоединить тему. Так вот, вы знаете, очень часто я слышу от женщин, во-первых, что врачи не обсуждают с ними возможный план лапароскопического вмешательства, особенно если это не ургентная ситуация. И даже если ургентная, скажем, женщина при сознании, все-таки должен быть какое-то, ну, объяснение, что мы можем сделать, если мы обнаружим то-то, то-то, то-то. Но если это плановое, достаточно есть времени, чтобы объяснить возможный сценарий. И у меня были пациентки, которые даже не узнали чисто случайно, что у них удалили яичники, об этом там, или один яичник, или маточные трубы. Они даже не подозревали об этом, потому что им даже об этом не гласили. Поэтому я вот как врач, вы как врач, специализирующий именно в лапароскопии, который огромнейший опыт в этом направлении, я хочу, чтобы вы как специалист действительно подтвердили или опровергли мою позицию, что все сценарии, возможно, большинство сценариев лапароскопии должны быть обсуждены с пациенткой до того, как ей начнут что-то делать, а не, скажем, когда это все будет постфактум. Да, конечно, безусловно, это абсолютно с вами согласен. Я тоже так стараюсь всегда делать. Особенно такие простые вещи, вот как, например, там, удаление либо неудаление трубы. Тоже, вот, например, достаточно частым показанием для лапароскопии сейчас является бесплодие, потому что эндометриоз, mm-hmm. и, в принципе, где-то 30% причин бесплодия женского, весомая причина. Иногда делаем овариальный дриллинг не так часто, но тоже делаем это при синдроме поликистозных яичников, при анавуляции, которая не коррегируется индукцией овуляции. Конечно, это обсуждаем, и в особенности удаление труб, потому что сейчас от удаления труб есть очевидная польза, и мы вообще часто предлагаем женщинам, если они не планируют больше стать мамой, трубы удаляем, и даже если хирургическую стерилизацию делаем, то мы предпочитаем трубоктомию, 60% снижается риск рака яичника. Более того, даже вот были данные по удалению матки после гистерэктомии, если придатки оставить, вот как раньше боялись, что трубу удалим и нарушим кровоснабжение яичника. Сейчас микрохирургия, это все практически невозможно так сделать. Ну, то есть можно, конечно, так сделать, но это будет не очень хорошая операция. То есть труба сейчас Я просто вас перебью, потому что действительно первые данные, которые мы получали о вмешательстве на маточные трубы, особенно после стерилизации, говорили там о том, что эти женщины имеют повышенный риск ранней менопаузы, потому что действительно было нарушение кровоснабжения и иннервации. Сейчас поменялись технологии и подходы, то есть это не 30 лет назад, когда это начали делать, это совершенно другой подход. Но у меня такой вопрос, я знаю, что у нас в Канаде довольно часто начали проводить как бы, и это, по-моему, даже было опубликовано, что перед тем, как проводить лапароскопию, особенно у женщин после 30 лет, рекомендуется проведение определения яичникового резерва в первую очередь. Да. Значит, то есть это и АМГ, и подсчет нейтральных фолликул ФСГ, и это помогает практически врачу действительно понять объем операции, даже если придется удалить часть яичника, или, ну, к этому нужно быть готовым, но делать это очень-очень осторожно, ведь яичниковый резерв играет важную роль для женщин, которые, ну, планируют, скажем, беременность в дальнейшем, идут на эти операции, в первую очередь, когда у них есть бесплодие какое-то, например, или там, трубное бесплодие, например, да. А проводится ли, проводите ли вы, скажем, ну, я знаю, что вы как прогрессивный врач, скорее всего, это тоже делаете, но какая тенденция, скажем, в Украине, насколько часто действительно определяют яичниковый резерв до лапароскопии, плановой лапароскопии? Спасибо за важный очень вопрос, который вы подняли. Я делаю, конечно же, определение резерва, если у меня планируется операция на яичнике какая-либо, потому что даже если женщина сейчас не планирует беременность, сейчас есть возможность сделать индукцию овуляции, получить яйцеклетки,
получить эмбрионы, заморозить эмбрионы, да. Если какая-то рискованная хирургия, особенно двусторонние кисты, предполагается, то женщина может потом матерью стать неоднократно, если у нее 10 эмбрионов замороженных в хорошем качестве. Второй анализ, который мы всегда делаем при бесплодии и не берем на лапароскопию перед, вернее, до получения этого анализа, это спермограмма. Как ни странно, но иногда этого не делают, потом оказывается, что нету сперматозоидов, а женщине уже сделали лапароскопию, а ей нужно было по мужскому фактору идти на ЭКО, либо брать донорскую сперму. То есть это принципиально вещи, меняющие подходы. Чаще пользуемся антимюллеровым гормоном. Ну, если мы планируем индукцию, то есть если мы женщину репродуктологически ведем, то мы часто, конечно, и подсчет антральных фолликулов используем на 2-5 день ФСГ в комплексе, и эстрадиол, и даже сейчас прогестерон вот в циклах эмбриотрансфера иногда некоторые клиники поддерживают, некоторые нет. Высокий прогестерон – неблагоприятный цикл для эмбриотрансфера, даже такое, кстати, совершенно делать. Верно, да, вот качек прогестерон, хотя это не тема, но многие не понимают, что высокие дозы прогестерона, вообще высокий уровень прогестерона, он неблагоприятно влияет на имплантацию и на выживание вот этих плодных яиц, даже, ну, имеется в виду эмбрионов, да. Но это уже как бы другая тема, и, может, когда-то мы поговорим на тему прогестерона больше, потому что слишком много противоречий, с другой стороны, много слухов, мифов, и из-за этого злоупотребление препаратами, говорят, не конские дозы вводили, беременность, ну, этот эмбрион не прижился, не сохранился. Тут тоже нужно понимать, что при конских дозах как раз прогестерон может, и эстроген, кстати, тоже при конских дозах, они нарушают имплантацию, и они могут убивать эти эмбрионы. Но вот интересный момент, мы затронули тему бесплодия. Вы знаете, у меня такой вопрос, значит, насколько часто или показано ли, скажем, лапароскопия всем подряд женщинам, у которых, скажем, не женщинам, когда есть бесплодная пара? Я не говорю, что да, женская бесплодная пара. Да, значит, сейчас нет. На 2020 год нет. Первая причина, потому что, во-первых, не всегда трубно-перитониальное бесплодие является причиной. Во-вторых, если взять всех женщин и сделать им лапароскопию, то примерно 40% будет частота, от 20 до 40% будет частота живорождения, то есть родится здоровый ребеночек. Если взять всех женщин и направить на ЭКО, всех абсолютно, то эта цифра увеличится где-то до 65%, поэтому мы понимаем, что лапароскопия, да, это плюсы, что если после лапароскопии женщина забеременеет, она может потом еще забеременеть в будущем, и одной операции будет достаточно, чтобы на всю жизнь ей исправить ситуацию. Но может быть и обратная сторона, когда мы сделали лапароскопию, ничего не произошло, и женщина пошла на ЭКО. И части женщин мы делаем лапароскопию как подготовку к ЭКО, например, гидросальпинксы, удаляются трубы, повышается эффективность. То есть тут мы работаем в синергизме на самом деле. Но, конечно, не все по всем, абсолютно. Да и давайте, конечно, вот это, потому что я как раз хотела сказать об этом, что даже в книге «Малыш, ты скорее» писала, что когда гидросальпинс, есть показания, что мы действительно удаляем больную трубу, потому что тогда успех ЭКО увеличивается. Но я просто заметила, что ну, среди тех, кто пишет мне, очень много женщин, которым делает удаление маточных труб перед ЭКО по-любому. То есть это ведь совершенно неправильно, я считаю, это агрессия, да. И это вредительство, потому что есть строгие показания удаления маточных труб перед ЭКО, и это когда трубы действительно повреждены, в первую очередь есть гидросальпингс. И тогда мы удаляем больную трубу. Но когда у женщины здоровые маточные трубы, и у нее, например, мужской фактор бесплодия, или там, ну не знаю, шеечный фактор бесплодия, то есть у нее совершенно другие показатели, показания для ЭКО, то, конечно же, мы не проводим никакого удаления маточных труб. И это должны понимать все женщины, которые сегодня слушают нас и которые могут столкнуться с такой агрессией, потому что это, ну, я не знаю, зачем это делать. Это или перегиб всех данных эти, то есть, ну, искривление данных, как бы говорится, мисинтерпретация данных, да, вот, потому что в реальности этого не нужно делать. Давайте еще мы немножко обсудим пару вопросов о противопоказаниях. И несколько слов мы скажем об осложнениях, когда мы ответим на вопросы людей, которые здесь пишут. Какие вообще противопоказания для лапароскопии, несмотря на то, что как бы она
не такая уж страшная операция, и малая, мы говорим, хирургическая операция, да? Их не так много, и когда и вот если посмотреть на рекомендации там ESG, ESHRE, вот основных европейских организаций, которые занимаются созданием гайдлайнов по оперативной гинекологии, то на первом месте недостаточный опыт и знания и хирурга, и бригады. Да? То есть, в принципе, если человек не умеет, конечно, наверное, это уже сразу по умолчанию противопоказание. Второе, достаточно редкая ситуация, когда женщину нельзя наклонять в положение Триндельенбурга, то есть когда женщину нельзя головой вниз наклонить, например, какие-то мозговые ситуации, связанные с повышением внутричерепного давления, тяжелые сердечные патологии. Это решается совместно с анестезиологами, то есть насколько опасен Триндельенбург, насколько минусы от Триндельенбурга будут превышать плюсы от лапароскопии по сравнению с лапаротомией. Также, ну, можно отнести очень сильный спаечный процесс после перитонитов, после кишечной проходимости, когда заведомо при вхождении первым инструментом мы можем ожидать, ну, большой риск травмы кишечника, и тогда, ну, это относительно, потому что есть люди, которые настолько виртуозны в лапароскопии, что любой лапаротомный хирург, он не справится с тем, что справляются они, поэтому, наверное, это оператор-зависимое противопоказание. Ну и, конечно, если взять ургентную ситуацию, то любая ситуация, связанная с низким давлением, мы используем в основном углекислый газ сейчас, вводим в брюшную полость, чтобы ее раздуть, называется это гидроксиплутониум. Mm-hmm. Если очень низкое давление, газ может попадать в кровь и вызвать эмболию. СО2 тоже может вызывать эмболию, и это может привести даже к гибели женщины. Поэтому в некоторых ургентных ситуациях до сих пор целесообразно все-таки лапаротомия, но это имеется в виду шоковые ситуации, то есть это достаточно редко мы сталкиваемся с таким. Ну, наверное, вот основное, да. Ну и, конечно, это дисфункция оборудования, проблемы со стойкой лапароскопической. Все-таки оборудования много, оно может выходить из строя, и может из-за этого получиться такое вот техническое противопоказание. Да, и скажем так, являются какие-то инфекции, скажем, противопоказанием вообще? Судя по тому количеству анализов, которые сдают женщины, иногда их чересчур много. То есть давайте мы скажем, вот минимальный набор анализов, которые требуются по показаниям, скажем, при проведении лапароскопии, и тогда мы поговорим еще об осложнении, потому что тоже важная тема, и она должна обсуждаться, да? То есть что минимальное должны пройти женщины именно через призму именно проведения операции? Я не говорю там по диагнозу, который мы ищем или который подтверждаем или лечим, а именно в отношении операции. Какие минимальные обследования должна пройти женщина перед лапароскопией? Тоже вопрос архиважный просто, потому что на самом деле... Вот... Опять у нас... Зависла, да. Да, пропала, да-да-да, появилась. Поэтому очень сильно зависит от страны. Вот в странах, например, там типа Франции, в которых больше страховой медицины, у них список очень небольшой. Это общий анализ крови, это какие-то основные инфекции вроде бы, ну, вроде ВИЧ, там, гепатит, сифилис. Иногда это... программа, там, цитология, чтобы была в пределах там нескольких, 3 лет хотя бы. И все. Если говорить про Украину, то у нас 14 пунктов анализов, достаточно большой список. И биохимический анализ, и электролиты, и электрокардиограмма, и заключение терапевта, и флюорография. Но, опять же, Украина — это все-таки по туберкулезу страна менее благоприятная, чем некоторые западные страны, например. Поэтому, наверное, список, он очень сильно зависит от страны, но он скорее более расширенный в странах постсоветских по сравнению с западными. То есть, если посмотреть на Францию, там, по-моему, если не ошибаюсь, 5 анализов перед гистерэктомией. Это относительно свежая цифра. Да, в Канаде буквально пару анализов чисто такие, вот, ну, скажем, потому что, в принципе, оценка врача, который направляет женщину на лапароскопию, в первую очередь, исключить уже имеющиеся противопоказания, а не просто на всякий случай проверить. Но если женщина здоровая, ясно, что врач считает, что у нее противопоказаний нет, и только определенное количество анализов помогает как бы расставить точечки над «и»,
имеется в виду именно в плане свертывания там крови, состояния крови, да, и, ну, ВИЧ, там, естественно, сифилис, вот эти, которые передаются, и гепатиты и через процедуры или, ну, половым путем. Сейчас, минутка, опять так зависает у нас почему-то сегодня интернет, я не знаю, что происходит. Вот. Я не знаю, вы меня слышите или нет, зависает интернет, и дайте, пожалуйста, знать как-то значками или сердечками, что вы меня слышите. Так, пошли сердечки, да, вы меня слышите. Отлично, значит, завис у нас доктор Медведев, сейчас он присоединится, и мы продолжим эту тему. Значит, у нас осталось буквально 20 минут эфира. Да, спасибо большое. Значит, все-таки проблема в интернете, сейчас мы подождем доктора. И мы ответим, еще немножко поговорим об осложнениях. Я надеюсь, вам интересна эта тема. И потом я отвечу с доктором на ваши вопросы. Да? Так, ждем нашего гостя. Я просто отвечу на ряд вопросов, пока доктор присоединяется. Удаляли эндометроидную кисту и делали надсечки на яичниках, появилась овуляция. Эффект постоянный, не обязательно. Если у вас действительно есть синдром поликистозных яичников, то эффект может быть непостоянным и заканчиваться в течение какого-то периода времени, потому что синдром поликистозных яичников – это метаболический эндокринный синдром. Поэтому желательно, чтобы вы, ну, если вы планируете беременность, то делали это побыстрее, вот, а не откладывала длинный ящик, потому что, еще раз повторю, будет очень трудно потом опять восстановить менструальную функцию. Киста 10 сантиметров на яичнике удалили путем лапароскопии. Есть ли риск неудачного зачатия ребенка? Но нет такого понятия неудачного зачатия. То есть, если зачатие будет, то оно будет. А если оно может быть патологическим, оно может быть и без кисты, и без лечения патологическим. Поэтому риски всегда есть, но не нужно бояться этого. Вот, сейчас доктор наш присоединяется. Вот. Так. Я вижу, что теперь вы вылетели. Я уже пробовала ответить на пару вопросов. Да, и мы закончили как раз разговор на подготовке, в смысле, для... что требуется. И, к сожалению, да, в каждой стране мира свои требования, и тут никуда не уйдешь. И когда мне пишут, я знаю, что в Украине длинный список, когда мне присылают, что такой длинный список, что из этого можно вычеркнуть, я говорю, обсудите это с врачом, потому что у него свои протоколы, и далеко не всегда он может вычеркнуть, чтобы его потом не, так сказать, в случае даже осложнений, чтобы его... ну, не наказали за то, что я назначила этот длинный список, да? Да, абсолютно. Политика и... больниц, стран. Да, и теперь у нас, давайте мы немножко поговорим об осложнениях. Значит, я знаю, что первые лапароскопии, которые проводились до 2000, там, втором, по-моему, ну, до 2000 приблизительно года, там было до 5 на 10 тысяч женщин, то есть в случае осложнений. А сейчас данные показывают, ну, 2-3 случая на 10 тысяч, это по, я знаю, по США, по Америке, развитым странам. А в целом, с вашей точки зрения, эти уровни совпадают, в общем, с теми, ну, осложнениями, которые случаются в вашей клинике или по Украине в целом, или все же они выше, скажем, в Украине, России, на территории постсоветских стран? Очень сложный вопрос, потому что у нас нет такой статистики на самом деле. То есть у нас довольно закрытая статистика, и сравнить очень сложно. Я думаю, что у нас вариабельность результатов хирургии значительно
больше, чем в США и в Канаде. То есть в Канаде и в США более-менее стандартизировано. Если прийти в разные госпитали, то будет качество примерно плюс-минус, да, все равно все мы разные. Да. Я вас, извините, перебью. В Америке, например, FDA еще много лет тому назад ввело реестр осложнений и потребовало это. И в Канаде Health Canada тоже. То есть тут осложнения просто так не упрячутся. То есть они действительно должны идти все в реестр. Поэтому у нас данные по осложнениям, ну, более точные, чем, скажем, в ряде других стран. Да. И у нас, какие... это, если я захочу поделиться, да, вот сказал, было у меня такое осложнение, это в моих силах скрыть, либо наоборот опубликовать это. Да, к сожалению, но я имею в виду, потому что всякое бывает, и особенно когда лапароскопия делает врачей, у которых нет, ну, хороших навыков, и практически это минус. И когда мне говорят, всем надо на чем-то, на ком-то учиться, я знаю, что сейчас много есть именно этих электронных, ну, как это называется, ну, как... Фантомное обучение. Фантомные, да. Да, да, можно, вот как есть вот эти для летчиков различные системы обучения электронные, да, то есть симуляторы. Точно так же в гинекологии сейчас очень много-много симуляторов, на которых можно учиться. И вот мы, кстати, затрагивали тему роботических операций. Вот расскажите несколько слов, что это, и, потому что многие боятся, что говорят, это что, роботы меня будут оперировать. Вот. По поводу обучения еще скажу, что я проходил, в принципе, все виды этого обучения. Есть еще на животных, на мини-пиках, mm-hmm, маленькие, да, свинки. Не все страны это поощряют, потому что, ну, есть защита животных, там, где это очень сильно проявляется в обществе, в этих странах это или скрывается, или вообще не делается. Но есть страны, в том числе европейские, в которых на свинках, в общем-то, можно хорошо вдоволь наоперироваться. Есть центры на кадаверная хирургия, то есть трупы, mm-hmm, специально подготовленные, делается операция, рядом наставник. То есть было бы желание, в принципе, все это действительно есть. А я на заре своей карьеры ходил просто в морг, купил самые дешевые инструменты на рынке, там буквально за копейки, и просто ходил по выходным женские трупы в большом количестве. Это была моя инициатива, и, в принципе, было бы желание. Да, то есть, если нету средств, то тоже можно научиться. Можно дома сделать из-под коробки от обуви простой лапароскопический тренажерчик, подключить туда телефон мобильный свой и вязать узлы. То есть, на самом деле, это не мажорная такая вот хирургия, что только должны быть очень богатые родители либо спонсоры, чтобы научиться. Я просто, ну, о том, что главное желание, да, не возможности материала. Касательно роботов. Я перебью вас. У меня была статья «Как стать прогрессивным врачом в условиях отсутствия прогресса». Тоже, где я писала, как я училась и повышала свой уровень знаний без интернета, без мобильных телефонов и вообще при закрытых границах Советского Союза, когда невозможно даже было узнать, что творится в соседней Польше или Венгрии. Но, тем не менее, если желание есть, всего можно добиться. Извините, что перебила, просто вы правы. Когда человек хочет прогрессировать, врать, ему ничего не мешает. Даже сидение в туалете 15 минут может сопровождаться чтением статей, которые вышли. Да, и о осложнениях, возвращаясь к осложнениям, но самые частые, по нашим данным, скажем, американским, это повреждение кишечника и крупных сосудов. То есть почти 75% из всех существующих осложнений – это самые частые. Но знаете, что меня удивило? Что 50% случаев повреждения кишечника может быть незамеченным в течение, ну, суток. То есть то, что дается. Вот скажите, вот на что должны обращать женщины, скажем, после лапароскопии? Ведь не все же лежат, ну, в стационаре, их обычно выпускают у нас сутки там и уходят женщины, даже в тот же день уходят вечером, например. На что должны обращать женщины, когда нужно обязательно идти там, ну, я не знаю, куда, в больницу или звонить врачу после лапароскопии, что явно может быть что-то не так, может быть гиперреакция, но может быть что-то не так, на какие симптомы? Ну вот как раз то, что вы сказали. Тут почему лапароскопия вот иногда воспринимается, вот особенно теми, кто
ею не занимается, вот хирурги, которые только лапаротомно делают, они это воспринимают как что-то легкое, как что-то такое маленькое, хотя лапароскопически делаются большие, сложные и крайне сложные операции в том числе. В лапароскопии есть определенная проблема, что нужны знания в области физики и понимание, как работает та или иная хирургическая энергия, как работают вообще физические принципы, и техника безопасности должна быть. Вот те, кто не очень хорошо это понимает, могут часть своих осложнений делать не за счет какого-то человеческого фактора, а именно за счет просто непонимания принципов работы, например, электрохирургического аппарата. И вот, например, при кишечнике получается, что электротравма, например, изоляция нарушена, вне поля зрения инструмент, человек просто не заметил, и там коснулся кишки. Кишка немножко коагулировалась, но она, отверстия нет в кишке. А через 3 дня толстая кишка перфорировала и развился перитонит, а иногда септический шок и даже гибель женщины. К счастью, у меня тьфу-тьфу-тьфу, таких осложнений не было, то есть это довольно редкие осложнения. В принципе, сейчас статистика такая по миру, примерно где-то 1 на 10 тысяч лапароскопий – это летальный исход. Да. Но это такая частота, что, ну, сравнимо, скажем так, с поездки на автомобиле. 1 на 10 тысяч поездок можно попасть и в аварию тоже со смертельным исходом, поэтому пугаться этого не стоит. Касательно осложнений, ну, большинство из них, в общем-то, хороший хирург распознает сразу, либо он уже после окончания операции подозревает, что здесь может быть что-то не так. Поэтому обычно мы, когда сложная операция, когда был эндометриоз, кишка там была подпаяна, да, сильный процесс спаечный, мы предупреждаем женщину и уже инструктируем. Навряд ли это будет так, что какая-то простая операция, женщина ушла и потом что-то началось, но это маловероятно. Тем не менее, первые признаки – кровотечения. Если это не наружное кровотечение, оно, понятно, будет очевидно из влагалища, например, или из отверстий на животе. Внутреннее кровотечение – это сухость, потеря сознания, учащенный пульс. Вот если что-то из этого есть, можно заподозрить внутрибрюшное кровотечение, нужно немедленно обратиться к врачу или сразу выехать в больницу, где вы оперировались, либо, если она далеко находится, в ближайшую больницу, куда вы сможете добраться. Это внутреннее кровотечение. Признаки травмы кишечника – это нарушение перистальтики, то есть живот становится вздутый, женщина не может сходить в туалет, либо не хочется ей, живот вздувается, опять же, температура тела повышается, сухость очень сильная, потом прибавляется уже, добавляется учащенное сердцебиение, ну и опять же слабость, и все это может прогрессировать. Также достаточно часты в гинекологии, ну как часты, где-то 0,1-0,2% случаев, если говорить о advanced процедурах, это гистерэктомия, это хирургия по поводу глубокого инфильтративного эндометриоза, травмы мочевого пузыря и мочеточника, да. К сожалению. Да. Если взять мочеточник, 95% травм мочеточников делают гинекологи. К сожалению, да, у меня вот были тоже травмы мочеточников, к сожалению, несколько раз, я их сам сейчас оперирую, если, не дай бог, такое возникает. Подтекание мочи из влагалища, то есть это может быть свищ между мочевым пузырем, либо мочеточником и стенкой влагалища. Иногда это затеки мочи в брюшной полости. И опять же, это выглядит все, как я писал, при проблемах с кишечником, когда живот вздувается, плохая перистальтика, в туалет не получается сходить, температура прибавляется. Поэтому любая слабость, учащенный пульс, потеря сознания – температура тела больше 38 градусов по Цельсию, вздутый живот, сухость сильная, несмотря на достаточное количество выпитой жидкости и подтекание жидкости какой-то из вас, да, то есть подтекание мочи, там подозрительно, не всегда можно понять, что это моча. Это повод для того, чтобы обратиться к врачу. Но если говорить... Да, если говорить о болезненном синдроме, то есть боль, ясно, что после операции, даже лапароскопии, может быть боль. Как мы здесь оцениваем ситуации, то есть когда нужно действительно ну, обратиться за помощью, потому что боль не совсем нормальная? Ну, и скажем, естественно, что после лапароскопии мы назначаем часто анальгетики тоже. Вот. Как все-таки понять женщине, что эта боль не совсем нормальная? Спасибо за вопрос. Чаще всего боль напоминает боль после того, как женщина занялась спортом и вот покачала пресс. Вот эта боль похожа, ноющая в животе, на боль после
ну, после качания пресса. То есть достаточно со вторых суток использовать обычные нестероидные противовоспалительные препараты типа ибупрофена. Также для лапароскопии первые пару дней может быть боль у некоторых женщин, вот она не у всех выражена, но у некоторых боль в области вот шеи, вот здесь, вот в этих местах. Это связано с раздражением диафрагмального нерва газом, mm-hmm. и вот иногда у некоторых женщин руку прямо отдает, и они иногда сильно волнуются, если их не предупредить об этом, потому что оперировали там, а болит здесь. А болит-то? Но обычно эти боли в течение 2-3 дней на таблетированных нестероидных противовоспалительных проходят. Если они продолжаются, то да, это может быть причиной каких-то следствий, вернее, каких-либо проблем. Кстати, мы еще не сказали о травмах нервов. То есть иногда нервы, да. Передняя брюшная стенка, да, иногда мы стараемся, есть места, где нервов быть не должно, но тем не менее инструменты вводятся вслепую, то есть мы видим сосуды, но мы не видим нервы, и некоторые нервы передней брюшной стенки травмируются, обычно это все проходит через месяц-два, но боль может быть достаточно сильной, вплоть до того, что вот тяжело передвигаться, но это крайне редкая ситуация. Это вот у меня один раз было, латеральный кожный нерв бедра травмировал у невропатолога. Женщина-невропатолог, она мне звонит, говорит, я травмировала правый латеральный кожный нерв бедра. Невозможно попасть туда было, потому что он прямо на ости находится. Вот один раз было такое. Поэтому да, есть особенности анатомии, есть какие-то вещи, которые мы не можем предсказать, но это редко. То есть какие-то серьезные осложнения бывают после лапароскопии достаточно редко. Кроме того, не стоит забывать о том, что бывают осложнения, не связанные с самой операцией. Осложнения, связанные с позиционными. То есть если женщина долго лежала, пережималась подколенная ямка, операция шла 4 часа, то это может быть компрессионное ишемическое повреждение нервов разных, да, то есть это когда операция длительная, тяжелая. Могут быть осложнения анестезиологического плана, это в первую очередь пневмонии различные, тоже достаточно редкая ситуация. Ну и, конечно, всегда мы думаем о таких вещах, как тромбозы и тромбоэмболические осложнения. Понятно, что все делаем для того, чтобы этого не было, и стараемся, чтобы женщина активизировалась очень рано, через 2 часа после операции. Часто женщина уже встает, назначаем иногда низкомолекулярные гепарины, компрессионное белье. И самое главное, вот к вопросу об анализах. На самом деле, сейчас вот большое количество исследований говорят нам о том, что коагулограмма, она не позволяет предугадать развитие mm-hmm. тромботических осложнений. То, что у женщины когда-то были проблемы с тромбозами, гораздо большую роль играет. Ну и такие факторы, например, как у нее наличие сахарного диабета второго типа, там ожирение и прочее. Вот, это гораздо важнее, чем коагулограмма. Поэтому в развитых странах, там, где считают деньги за анализы, ушли от многих лишних вещей. Да, совершенно верно. У нас подходит время, еще у нас минут 10, и есть немало вопросов, на которые желательно, ну, как бы мы можем ответить, что мы успеем. Как бы вообще то, что мы сказали, хочу сказать, ну, как бы тема очень объемная, и тут можно говорить и 10 часов в деталях о лапароскопии и прочем, даже проходиться по разным диагнозам, не говоря уже о технике, о подготовке и так далее. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, подпишитесь на Инстаграм, на страничку доктора Медведева. И я знаю, что вы делаете много постов на эту тему и вообще на тему акушерства и гинекологии, поэтому по-любому вы сможете узнать много интересного и полезного у моего сегодняшнего гостя. И также я думаю, что вы будете проводить прямые эфиры для своих подписчиков тоже, и тогда мы вас поддержим обязательно. Вот, и спасибо. Постараемся, да, возможно, если вам нравится, ставьте лайки, мы продолжим новые другие эфиры на эту, ну, на тему акушерства гинекологии, потому что одна голова хорошо, две головы лучше, когда два эксперта обсуждают тему, причем два прогрессивных эксперта, которые хорошо осведомлены с иностранными публикациями, а не просто там публикация профессора Смита, потому что он известный, вот, и можем сравнить многие-многие показатели, да, это уже супер. Давайте мы немножко пройдемся по вопросам. Кстати, вы сами можете выбирать вопросы. Я имею в виду, что вы видите вопросы, да? Да.
Вот. Да. Мы отвечаем сегодня на вопросы, которые касаются только лапароскопических процедур, диагноза, которые лечатся лапароскопическими. Поэтому мы не говорим о ВКО там, или каких-то гиперплазии этих, ну, гиперплазии эндометрии и так дальше. Вот даю вам возможность ответить на любой вопрос, который вам нравится, то есть посмотрите, их очень много, потому что я уже ответила на пару, но я знаю, что на все мы, конечно, не успеем сегодня ответить. Спасибо. Я могу быстренько, в принципе, пробежаться. Я вот смотрю вопрос эндометриоидной кисты 6 сантиметров. Ничего не беспокоит, кроме болезненных месячных и небольших выделений после критических дней. Стоит ли удалять такую кисту или наблюдать ее? Ну, на самом деле это обсуждается с пациенткой. То есть есть плюсы удаления, есть минусы. Важно понимать, что эндометриоз – это не окончание проблемы после операции. Все равно после операции может стать вопрос о медикаментозном лечении. Поэтому иногда мы сначала начинаем с медикаментозного и им заканчиваем. Касательно, сможете вы забеременеть или нет, сможет сказать только Бог, да, если вы верующие. Потому что без детального обследования, даже если мы сделаем детальное обследование, мы не можем сказать, сможете вы забеременеть, пока вы не попробуете, потому что 15% бесплодия мы идиопатическое называем, и оно только в ходе попыток выявляется. Поэтому я считаю, что каждая женщина может забеременеть. Да, вот, кстати, мы к моменту есть вопросы, мы один момент пропустили. Защита от спаек. Лапароскопия тоже приводит к спаечному процессу. Да, то есть, если кто-то думает, что это... Если даже когда идут удалять спайки, все равно уровень повышения образования спаек, он есть, да? Но я часто спрашивают меня, или там, например, что врач знает, что там за границей используются и сеточки, гели, клей, что только не хочешь, различные приспособления. Что чаще всего вы используете, даже с учетом, что вы работаете в тех условиях, где не всегда можно достать все, что можно достать, скажем, на рынке именно в плане защиты от спаек? То есть какие современные подходы в защите от спаек? Спасибо, тоже очень важный вопрос. Ну, самая главная защита от спаек – это ряд хирургических техник, которые не заменятся никакими противоспаечными гелями, там, сетками и прочими. То есть это увлажнение тканей, это прецизионная техника, не травмировать, там, не допускать оставаться крови после операции, то есть это сухое поле. Масса моментов. Увлажнение СО2, то есть очень много моментов. Это называется, как бы вылетело название правильное, уже все языки в голове перемешались, но смысл, что good clinical practice, да, good surgical practice. Я хотела сказать, что это называется профессиональное бережное отношение. Да, по гелям хочу сказать, что это очень сильно подогреваемое индустрией направление. Это касается всех стран. Большинство гелей изучались на животных. Очень сложно оценить эффективность любого противоспаечного средства, потому что для этого нужно сделать еще одну лапароскопию. Second look лапароскопию. Не так просто человека убедить, что ему нужно через недельку еще раз сделать наркоз и еще раз сделать лапароскопию. Поэтому те данные, что мы имеем, даже по препаратам, таким как Intercid, Johnson & Johnson, это старый препарат, он уже 30 лет, даже больше. На рынке в Украине он есть зарегистрирован, мы тоже его иногда используем. Так вот, даже по Johnson & Johnson-скому этому препарату, Intercid, Intercoat, там несколько у них есть, было показано, что да, уменьшается количество спаек, но не увеличивается количество живорождений. Поэтому если говорить о хирургии, которая направлена на улучшение фертильности, fertility enhancing surgery, даже такое понятие, то как бы нету никаких данных, а удорожание минимум на $100 за одну операцию – это самый дешевый препарат. Поэтому тут вопрос, насколько женщина готова увеличить бюджет операции, потому что у нас не покрывается это ничем в Украине пока что, при том, что она навряд ли получит от этого какую-то большую пользу. Я не фанат этих всех гелей, широко не использую. Действительно, я соглашусь с вами, что очень мало данных об эффективности всех этих защит, скажем, от микроспаек и спаек при лапароскопии, и даже при лапаротомии, там, ну, не все так просто, потому что, во-первых, это индивидуальная реакция самого организма. То есть есть люди, у которых спайки будут образовываться по-любому при каждом вмешательстве, да. Второе, очень важно, и почему-то мы забываем говорить это пациентам, что
важно движение, подвижность. То есть профилактика спаек – это не лежание неподвижно, а действительно, ну, как бы вставать на ноги, ходить. Никто не говорит там тягать тяжести или заниматься спортом. То есть все равно мы выжидаем, я не знаю, месяц, два, три, в зависимости от объема процедуры, да. Но я имею в виду, что все равно мы должны двигаться, потому что они что так классно, они предотвращают как движение, когда увеличивается кровообращение. И именно с крови поступают многие элементы, которые и рассасывают, ну, вот эти все, так сказать, выпады, из которых потом образуются спайки и прочее. То есть это как бы мы должны говорить женщинам, что не нужно лежать много и переживать, что там что-то развяжется. Или, да, или да. Что. Да. Это очень, очень важное дополнение, очень важно. Так, бытует мнение, что обычно операция с разрезом для врачей удобнее, чем лапароскопия. Это многим интересно ответить. Мы уже, кстати, отвечали, что это старые совковые мнения как бы людей, которые никогда не перейдут на лапароскопию, потому что это немножко другие навыки, другой подход, другие знания. И эта операция в какой-то степени вслепую, хотя не совсем. То есть умение переносить то, что ты видишь на экране, на видео, в реальный мир, значит, ну как бы умение работать. Это далеко не все люди могут заниматься такими вот видами процедур, потому что им нужно видеть вот глазами, прямо вот глазами, и у них поэтому много страхов в плане лапароскопии, что это плохо, что это ну, неправильно, что это много повреждений. Это не совсем так, то есть это не совсем так. А так, какие еще у нас? У нас есть много вопросов. Нас назвали лучшими врачами. Спасибо большое. Спасибо. Вот. Так, вы смотрите? Да. Так. Вот, кстати, интересный момент. Значит, геморрагическая киста, это дальше, знаете, очень часто путают геморрагическое тело после овуляции, там, когда наполняется фолликулы кровью, и образуется геморрагическое тело. И оно выглядит как, ну, фолликул, наполненный кровью. И тогда начинает апоплексия, особенно если есть овуляторный синдром, а он может быть с болью, причем сильной болью. И начинает, что у вас, значит, апоплексия, что вам срочно операцию нужно делать. Тоже, к сожалению, это, ну, как бы часто операции, которые, с которой поспешили. Я часто мне приходится такие вот так. Значит, после операции по удалению трубы гидросальпинкс болит бок, прошло 2 месяца, что может быть? После удаления трубы гидросальпинкс? Да, прошло болит бок, прошло 2 месяца, что может быть? Ну, на самом деле, это очень сложный вопрос. Если взять даже хронические тазовые боли у женщин, это, в принципе, не такая редкая проблема, то если сделать диагностическую лапароскопию, можно не увидеть причину. Потому что, по сути, брюшная полость – это только верхушка айсберга, а многие проблемы, они кроются в забрюшном пространстве, ретроперитониально, забрюшинно. Это могут быть и варикозно-расширенные вены, это может быть и спайк, это может быть эндометриоз, в том числе нераспознанный эндометриоз. Это могут быть поражения нервов. То есть это на самом деле комплексная проблема. Это действительно много, поэтому тут или детально глубоко обследоваться и не получить все равно в большинстве случаев причины, или, в принципе, если боль переносимая, не слишком просто периодически болит, то даже на формирование рубца, скажем, иногда уходит несколько, до 6 месяцев могут быть такие боли, но пока это все как конгресс, как длительные. Кстати, до 2% до 2% женщин жалуются на определенные, так сказать, симптомы в течение 3 месяцев после лапароскопии. Это не значит, что это осложнение, но это могут быть вполне индивидуальные реакции. Еще вот интересный вопрос. А если после лапароскопии по поводу СПКЯ и удаления кисты беременность наступила, чтобы забеременеть, еще раз нужно ли делать снова лапароскопию? О, замечательный вопрос. Ну, на самом деле, сейчас по дриллингу вообще Штейн-Левенталь, кто это такие, да? Может быть, наши зрители слышали синдром Штейна-Левенталя.
такое старое название, «Синдром поликистозных яичников». Это два американских автора, которые в 1935 году в «Ланцете», если не ошибаюсь, опубликовали первую статью. Да. И у них была серия из 200 операций, клиновидной резекции. Ну, самое смешное, что и сейчас до сих пор делают за такие операции. Удаляют часть яичников, к сожалению, до сих пор, да. По дриллингу много вопросов, и до сих пор неизвестно, сколько сделать отверстий, как, есть ли корреляция между количеством отверстий, глубиной и уровнем антимюллеров гормона. Поэтому мы антимюллеров учитываем здесь. На самом деле, если антимюллеров гормон больше 7, то эффективность дриллинга будет гораздо меньше, но будет больше шанс, да, что такая пациентка ответит, например, на ингибитор ароматазы, либо клавифен цитрат. Вот, поэтому, ну, мы стараемся вторую операцию не делать, потому что вторая операция – это еще дальнейшее снижение резерва, и это спайки на самих яичниках. Яичник как бы капсулой такой фиброзной может покрыться, и это тоже может нарушать овуляцию. Поэтому, ну, у меня не было, я не помню, чтобы мне когда-то пришлось сделать еще одну операцию дриллинг. Вот, мы делаем ее только один раз. Но, может быть, это какой-то будет из ряда вон выходящий случай, какая-то казуистика, что нам придется второй раз прибегнуть, но мало себе представляю такую ситуацию. Один раз, да, мы иногда делаем. А, да, и, кстати, нет, это хороший вопрос в том плане, что вот этот дриллинг, вы знаете, я когда анализировала, вот, ну, скажем, публикации, оказывается, в некоторых странах до сих пор это входит в протокол лечения СПКЯ даже до использования других методов лечения, и, увы, что в реальности не должно быть, потому что это оперативное вмешательство на яичники и имеет временный эффект, то есть это не постоянный эффект, и многие люди этого не понимают, что если провели лечение, то откладывать беременность нежелательно. Для этого и вмешивается, чтобы провести, ну, чтобы получилась овуляция, и женщина могла бы забеременеть. Поэтому, так, есть какие у нас еще вопросы? У нас много вопросов. Сколько у нас времени? О, нам уже, да, пора заканчивать. Давайте мы еще ответим на один вопрос, и мы как раз закончим, потому что как раз уже подходит у нас конец эфира. Вот. Про эндометриоз вижу вопрос. Эндометриоидный диста. Полтора сантиметра была полип матки. Взяли на операцию, обнаружили эндометриоидные бляшки на прямой кишке и мочевом пузыре и левой трубе. Оправдана ли операция или можно было избежать? Ну, раз уже взяли на операцию, то я думаю, что она скорее оправдана, потому что смотря какая цель у хирургии. Вкратце скажу, при эндометриозе у нас три цели вообще существуют. Да? Это не злокачественная опухоль. И не цель нам удалить эндометриоз любой ценой и отовсюду. Первая цель – это лечение боли. То есть если беспокоит боли, мы назначили медикаментозное лечение, оно не помогает, либо есть побочные эффекты, первая линия, вторая линия, третья линия. Медикаментозное лечение не помогает. Через несколько месяцев мы можем поставить вопрос об операции с целью лечения боли. Вторая стратегия – это чтобы забеременеть. Вот до этого хирургия может быть на первом месте, потому что если хороший резерв яичников, эндометриоз, особенно если он легкого либо средней степени тяжести, не тяжелый, хирургия увеличивает примерно в 3 раза шанс беременности. Поэтому если мужской фактор хороший, если нет проблем с трубами, а только эндометриоз, то такая хирургия может быть очень оправданной с целью достижения цели беременности. И третья задача – это чтобы после операции предупредить прогрессирование болезни, то есть это либо беременность, как в какой-то степени профилактика эндометриоза, кстати, лактация тоже, так и назначение медикаментозного лечения. Вот. Что касается хирургии, то эндометриоз – это самое худшее, в принципе, из того, что у нас в гинекологии есть. Если он вовлекает мочеточники, кишечник, то иногда нужно иметь экспертизу в области колоректальной хирургии, в области урологии. Вот. И здесь могут быть сложности, потому что не каждый колоректальный хирург и уролог, они тоже готовы к этой хирургии, оказывается. Поэтому это мультидисциплинарная команда, либо это один хирург такой, который вот как оркестр все делает.
У нас есть как бы по рекомендации, что если есть, например, находят случайно вот эти бляшки, тем более, что они есть разного цвета, то есть есть же классификация по окраске, и даже разные воздействия. Одни вызывают болевой синдром, другие не вызывают болевой синдром. Но, скажем, если находят бляшки, это не всегда рационально удалять, особенно если они находятся на тех органах, где, скажем, специалист, не специалист. Имеется в виду, как вы правильно сказали, что бывает... любая попытка удаления всего подчистую может закончиться серьезным повреждением органа. Поэтому нужно очень осторожно подходить к этих вопросах. У нас уже заканчивается эфир, и я благодарю всех, кто присоединился, благодарю моего коллега доктора Медведева за то, что он тоже присоединился и ответил сегодня, рассказал очень много интересного, ответил на многие вопросы. И если вам нравится, пишите нам, мы тогда будем проводить почаще такие эфиры, вот, на любые темы, да. И я постараюсь сохранить этот эфир. И еще раз, да, извините за такие вот интернетные поломки, но это жизнь, тут никуда не денешься. Я сейчас постараюсь сохранить эфир и разместить у нас на видеоканале. И если у нас будет запись, мы тогда даже поделимся с доктором, чтобы он тоже мог у себя разместить. Все, всем всего спасибо хорошего, большое. До свидания до свидания. Всего самого лучшего. До свидания. До свидания.